Ребята, что сделаешь, надо? Андрюх, убери камеру, Андрюх! Я отвела мероприятие, потанцевала, повеселилась, ну и поехала домой. Андрей, я сказал, ну не снимай, охуел. Не, ну вообще у меня принцип, я не выпиваю на гастролях никогда, поэтому у меня нет такой привычки. Андрей, это не войдет. Убери камеру, убери камеру. Ничего не делаю, нормально легла спать, проснулась, поехала в Москву. На этом как бы история закончилась. Почему меня не спрашиваете?